Начали. Неужели тебе даже в свой выходной хочется быть здесь? У меня и друзей не осталось. Да и с моей зарплаты с вычетом налогов сильно не разгуляешься, ты знаешь. Про долги нет. А вот про друзей это ты зря. Надя, заведение угощает. Вот именно поэтому я здесь. Ну, в смысле, не за чаем. Ты не поняла, не объясняй. Послушай, а... Может быть, я тебя провожу домой? Нет. Рома обещал, что заедет, значит, заедет. Я просто не хочу его отвлекать звонками. Любит ли тебя? Не думаю. Скорее, дрессирует, как своих собак. О, я так люблю эту песню! Слушай, ну-ка иди сюда. Чего? Давай. Ну ты чего? Ну, посетителей все равно нет. Так, время быстро пролетит, разгоришься и... Я не думаю, что это хорошая идея. Ты просто Рома, знаешь, он сильно любит. Очень люблю. Да, стоп.